Всем привет, я Валерий Литенков. Участвовали в банкротных торгах на квартиру на площадке L-торги. Вот, произошел казус, с площадки нас просто выкинуло без каких-либо объяснений с их стороны и так далее. Написали жалобу в ФАС, вот, сегодня выиграли. Будут назначены повторные торги, в них будет можно участвовать. Если кто-то сталкивается с такой ситуацией, то пишите, звоните, поможем. Опыт у нас в этом есть. Да, и кстати, вот в этом доме на торгах продается двухкомнатная квартира общей площадью 67 квадратных метров. Если кого-то заинтересует, звоните, пишите. Мы постараемся ее для вас выиграть. На данный момент цена составляет 15 миллионов рублей.